Снова наступает тьма. Что происходит? Всем привет, дорогие друзья, любимые подписчики. Рад вас снова приветствовать в рубрике Old School, где мы продолжаем проходить Silent Hill. Ну что же, продолжим. В первой части я остановился на том, что мы нашли пометки на карте, и теперь нам нужно, судя по этим пометкам, для того, чтобы открыть три замка в доме. Конечно, одним они обойтись не могли, это же Silent Hill. Поэтому три замка в доме нужно открыть. Вот эти вот. Вот здесь вот на двери. Чтобы нам пройти на ту сторону к начальной школе Silent Hill. А для этого нам нужно отправиться... Сейчас уточним, куда? Да. Нам нужно отправиться на улицу Элроя. То есть сейчас выйти, пойти налево, а потом направо. Ну что же, этим и займемся. Как вы заметили, теперь у меня не сжатое изображение. Теперь я полностью все восстановил. И... Так, нужно пойти налево было. Угу. Полностью все восстановил, теперь у меня полный 4:3. В первой части немножечко было сжато изображение, чуть-чуть вверх вытянуто, там совсем чуть-чуть, больше, не больше полусантиметра. Но все-таки я это заметил и все исправил. Теперь у нас полный оригинал. Так, мне надо было пойти потом направо, да? Здесь обрыв. Все правильно. Теперь у меня полностью как в оригинале. Надеюсь, вы это оцените. Так, где-то там был злодейский злодей, но мы его пропустили. Итак, мы вернулись... Да, мы вернулись к этому ужасному переулку, который нас долго мучил. Продолжаем идти дальше. Да, сейчас мы находимся в первой части... В первой части, как и в третьей, мы находимся в той версии Silent Hill, где альтернативный Silent Hill представляет собой... Ну, это мы еще увидим. Точнее, мы это, конечно, уже видели, в то время, когда на нас напали те самые кошмарные карлики. И как раз альтернативная версия Silent Hill здесь — это ржавчина и... Кстати, почему здесь красная линия отмечена? Давайте посмотрим. Ржавчина и такое, вам сказать. Ой-ой-ой, нет. Похоже там... Да, тут у нас птица. Ржавчина и разложение. Трупы и кровь. А, например, во второй части и в четвертой части Silent Hill'а там альтернативный Silent Hill представляет собой гниль, плесень и прочие ее производные. Птиц я не хочу убивать, потому что очень много патронов занимает это, к сожалению. Собаки умирают с двух, потом их нужно добить. А вот птицы, к сожалению, нужно не меньше, по-моему, 5 всадить в их толстые грудные клетки. Ну что же, мы прибежали к месту назначения. Собственно, где-то здесь мы должны найти ключи. Ах ты. К сожалению, я перепутал кнопочку. Хотел выстрелить другой. Так, уклоняемся. Уклоняемся, я сказал. Почему он за мной бежит? Мазал. Многие скажут, что именно с этого монстра. Да что ж такое? Писался звук Касперского о вирусе. Ну, давай. Да что ж такое? Да, мы патроны, конечно, не жалеем. Так, куда же нам все-таки стоит пройти? Я хочу убить эту птицу, она меня замучила. Где она?
Встань. Да как же так? Я вот стреляю, а он не хочет. Вот гад, а. Ладно. Так, это он меня сейчас убьет, слушайте. Мне это не нравится. А, нет, еще нормально. Еще достаточно у меня здоровья. Так, ладно, хватит. Прекращаем эту бессмысленную возьму с этой... Да ты гадкая птица. Вот и все. Конец-то. Кошмар какой-то. Так, зайдем в меню. Перезарядимся. А, нет, лучше я применю настойку. Хотя нет, патронов у нас еще 12, вполне хватит. Он, видимо, как-то сам что-ли перезарядил, даже не знаю. Так, еще раз сверимся с картой. Угу. Почему-то это место отмечено кружком. Но... Но... Очень странно. Там же ничего нет, тут же обрыв. Видимо, я что-то должен просто найти. Что-то должен здесь просто найти. Не зря это место отмечено. Какой-то дом. Или... Да что ж такое, опять? Опять звон. Сколько ж можно? Ну что, неужели еще одна птица? Не хочется мне с еще одной птицей-то сражаться. Так, я возвращаюсь назад немного. Надеюсь избежать. Ничего мы там, к сожалению, не нашли. Я попробую повернуть туда, где... Да отстань ты от меня. Сколько ж вас тут летает. Еще одна. Ага, это мост обрушенный. Кстати, здесь еще... Да что ж с тобой такое, а? Встань. Так, возьмем патроны. Ах ты гад! Вот ведь гад. Там в багажнике что-то есть, похоже. Придется убить эту гадость. Придется ее... уничтожить. Где она? Вот последний выстрел. Никуда. На, на. Ух ты, еще одна. Ничего себе у вас тут. Ладно. Где ты? Где ты? Да где же ты? Вот летает, а? Нет, какое-то кошмарное сражение. Падай. Падай, ты должна упасть. Бежала. Ладно. Итак, мы нашли ключ. Мы нашли ключ льва. Ну что же. Хорошо, ключ льва мы нашли. Это один. А надо еще два. Итак, сверимся с картой. Первый ключ был здесь, туда, куда указывала стрелка. Второй, значит, должен быть на улице Элроя все-таки. А третий где? Видимо, в переулке. Но я хочу тогда вернуться на улицу Элроя. И... Ой, опять там кто-то. Вернусь на улицу Элроя. Поищу там, все-таки раз там отмечено, значит где-то должно быть.
Так, где мы находимся? Еще раз сверимся с картой. Да, мы находимся прямо там, где... Прямо там, где и должна быть наша цель. Где-то примерно здесь. А, нет, это переулок. Нам как раз сюда и не надо. Неужто эта птица вернулась, а? Какой кошмар, а? Нам ее снова убивать, да? Но я не хочу, совсем не хочу. Совсем не хочу тебя убивать. Просто отстань от меня. Что здесь такое может быть? Итак, еще разочек. Где мы? Давайте отправимся в переулок вот в этот. В любом случае там что-то должно быть. И, возможно, нам там... Не знаю, может, патронов дадут. Кто знает. Опять. Белка-летяга. Ну где ты? Я ушел, что ли, от нее? Так, а это что? Ну-ка, зайдем. Опа. Так, интересно, что здесь у нас находится. Почему я ничего не вижу? Так, бутылочка. Бутылочка будет нам очень кстати. Потому что мы подразрасходовались. И да, здесь еще один ключ. Ключ дровосека. Собачья башка. Кто-то играл ей в баскетбол, как вы поняли. Да. Ну что ж, осталось найти еще один ключ. Собственно, все. Можем отправляться. Не нравится мне, что там какая-то летяга гадкая. Совсем не нравится. Прям летяги меня... Ух! Себя выводят. Так, где мы находимся? Ага. Строго назад нам сейчас. Порядка 50 метров. Даже не знаю, где здесь можно найти что-то. Не хочется использовать прохождение. Потому что... Хочется самому. Здесь я просто не вижу ничего. Кроме этой гадости летающей. Ах ты гадина, а? Мразь. А, вот. Вот где мы можем пройти. Ха-ха, ну-ка. А, сюда не можешь напасть, да? Давайте возьмем ключ. Ключ страшилы. А, это же как в сказке. Че, я не взял, что ли? Да, надо взять. Все, теперь бежим отсюда. Фух. Убежали. Ну все, теперь возвращаемся назад. Используем данные ключики. И все у нас должно получиться. Надеюсь, по этой улице я вернусь назад. И используем ключики. Хорошо, хорошо. Теперь мы уже нашли то, что хотели. Надеюсь, здесь не будет еще одного провала. Мы спокойно пройдем по этой улице. Конечно, да, ничего не видно. Не видно низги, как говорится. Посмотрим карту. Да, нам еще вперед нужно.
Хороший использовал я эмулятор. Довольно неплохо улучшает нашу графику. Итак, почти прибежали. Да. То, что надо. Надеюсь, нас новые собаки не встретят. Нет, нет, нет. Мы уходим в дом. Не смей нас трогать. Отдышимся немножечко. Это была долгая пробежка. И сохранимся. Ну что же, продолжим. Теперь у нас есть все ключи. И время отправиться на ту сторону. Использовал ключ льва. Использовал ключ дровосека. И ключ страшилы. Ну да, теперь открыто. Теперь можем ходить туда и обратно. Снова наступает тьма. Что происходит? Ну что же, а вот и близится у нас альтернативный Silent Hill. Наступила тьма. И... но пока еще... сейчас самое время для сирен, кстати говоря. Но пока еще у нас... совсем все не испортилось. Нету ни решеток, ничего. Особенно в третьем Silent Hill это, так сказать, явственно видно, что когда, ну, явно что-то меняется, ты что-то меняешь, особенно не просто что-то меняется, а ты вот что-то меняешь. И тут же запускается вот эта цепная реакция, которая заставляет Silent Hill меняться. Прекрасно. Еще и собака. Две. Вот это круто. Вот это круто. Так. Попробуем бежать прямо. Всех их убивать, у меня патронов, честно, не хватит. Скорее уж убивать нужно в закрытых пространствах. Так, у меня еще немножко патронов. Теперь есть. Еще собака. И еще собака. Вот это... да, вот это вот... жесткое количество собак. Недаром это называется Survival Horror. То есть, ужастик на выживание. Потому что сейчас нам нужно срочно и как можно скорее добежать до школы. Все-таки лучше в закрытом помещении, чем на улице. Потому что на улице только тьма. Тьма и собаки. Ну, и так, мне кажется, да, мы добрались до школы. Безусловно, нас встречают. Безусловно, нас встречают. Но мы забегаем внутрь. Да. Вот это пробежка. Ну что же. Пока все тихо. Я посмотрю помещение на предмет карты. Это карта Америки. А это у нас что? Это карта школы. Да, карту школы нам обязательно стоит взять. Ну что же, мы дошли до школы. Теперь нам нужны новые улики. Итак. Что у нас здесь? О, все в крови. Мур, Рональдо, Гордон. Это должно быть список учителей. Так, хорошо.
это что? Написано кровью. 10.00. Алхимическая лаборатория. Злато в руке старика, и грядущее скрыто в длани его. Лишь заводу мудрых злато свое он отдаст. Понятно. А это что? Написано кровью. 5.00. Тьма, что приносит удушливое пекло. Треск пламени, тишину разрывая, будет голодного зверя. Времени дверь открой, добычу ему приведи. Ага. Треск пламени, пламя будет голодного зверя, дверь открой. Это все, конечно, подсказки. И что еще? Опять же написано кровью. 12.00. Место звуков и песен. Серебряный знак голоса. Серебряный знак голоса скрывают безмолвные. Их пробуди в порядке, как я предписала. Хм. Серебряный знак голоса скрывают безмолвные. Их пробуди в порядке, как я предписала. Что бы это могло значить? До сих пор не можем отдышаться. Вот это да. Это пробежка так пробежка была. Так, а это у нас что, учительская? Тут у нас патроны. Да, берем их. Такое большое черное окно. Не хотелось бы мне, чтобы кто-нибудь через него влетел. Как в закусочную. Так, а это что? На картине изображена дверь. Не знаю, кто ее нарисовал, но у нее явно дурной вкус. Дверь с тремя отверстиями и какие-то люди висят, что ли, даже не знаю. Что же, откроем карту школы. Посмотрим. Это первый этаж. Мы находимся сейчас в приемной, мы находимся даже. Не в учительской. Так, там туалеты, склад, спортзал, класс, класс, двор, часовая башня. Да, часовую башню я припоминаю. Закрытая дверь. Понятно. Не все так просто. А это, видимо, на улицу, да? Угу, это открыто. Так. Там у нас кто-то есть, мне туда пока не хочется. Мне туда пока совсем не хочется. Зайдем сюда. Это у нас какой-то медицинский, что ли, кабинет? Что-то у нас... Да, аптечка. Аптечка, это хорошо. Большая аптечка. Еще одна настойка лечебная. Ну что же, мы дошли до сохранения. Я думаю, на этом я закончу вторую часть моего прохождения по игре Silent Hill. Надеюсь, вам понравилось. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте мои видео. Советуйте друзьям. Всем спасибо, с вами был Гидеон, и до следующей миссии.